Песня, в общем-то, не о войне современной, да. Называется «Две вздушки на носок». Юрий Шмака, автор. Я посвящаю всем ребятам, которые вернулись с этой безумной и ненужной войны. Живыми и памятью всех, кто пришел в цинковый табор. Свои силы. Прощай, братан, не встретимся теперь. Тебе еще служить, а мне домой. Я на Урал, а ты потом в Сибирь. Братишка, дай Бог, чтоб ты остался здесь живой. Прощай, напрасно пулю не ищи. Я знаю, ты не трус, я к слову так. И руку на прощание мне пожми, братишка, и песню спой, я помню, ты мостак. Намоздок, намоздок, две вертушки улетают, дембелей у дверей, командиры обнимают. Но прощай, хамкала, снова выстрел за горою. Никогда, никогда мы не встретимся с тобою. Но прощай, хамкала, снова выстрел за горою. Никогда, никогда мы не встретимся с тобою. Взвод. Опять на память песня про Алган. Билеты вновь теряют здесь друзей. Братишка, так точно, как парней теряли там. Прощай, братан, тельняшку сбереги. Она заменит орден и медаль. А встретимся, помянем мы своих, братишка. Как жаль тех пацанов, но как их жаль. Намоздок, намоздок, две вертушки улетают, дембелей у дверей, командиры обнимают. Но прощай, хамкала, снова выстрел за горою. Никогда, никогда мы не встретимся с тобою. Но прощай, хамкала, снова выстрел за горою. Никогда, никогда мы не встретимся с тобою. Давай, Андрей! Никогда, никогда мы не встретимся.